Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня я хочу рассказать вам про очередную машину с полки моделей, которую я тюнинговал. Значит, был у меня вот такой вот Ford Crown Victoria, сегодня, да, у нас будет Ford Crown Victoria. Был у меня вот такой полицейский Ford Crown Victoria, только белого цвета полностью, тоже полицейский. И у меня, короче, я думал, что с ним сделать, чего, так сказать, с Ford Crown Victoria еще кроме полиции и такси не делали. Потому что токсичные Crown Victoria их полно. Ну, я имею в виду, вообще в Америке их полно. Если вот это, по крайней мере, я знаю по американским фильмам и фотографиям Америки, там их полно. Вот, забейте фотографии, посмотрите. Там прямо этих таксистов будет на Ford Crown Victoria желтых очень много. Ну и полиция вообще у нас в магазинах лично полно. Вот таких вот полицейских, голубых, черных есть еще, вот белых. И у меня был белый такой Ford Crown Victoria. Вот у меня есть один полицейский, он уже такой старенький, у него вон там запчасти. Я понял, запчасти отваливаются. Значит, и был у меня белый, и я думал, что как его можно видоизменить. И я покопался у себя в декалях, нашел там кое-какие хорошенькие декали на раллийную машину. Спойлер, колеса и фары, дополнительные фары. И, короче, я решил сделать Ford Crown Victoria Rally. По крайней мере, такого еще никто не делал. Но я решил, почему мне его не сделать. И вот что у меня вышло. Вот, ребят, вот он, Ford Crown Victoria Rally. Вот такой вот Ford Crown Victoria. Он был как раз вот белый полицейский. Я от него оттер все эти наклейки, декали. И вот что у меня получилось. На морде я установил вот такие вот дополнительные фары, как у раллийных машин. Тут у меня декаль Телефоника Movistar. Дальше www.fordracing.net. Такая хорошая декаль, мне она нравится. В салоне у нас стоят ковши в салоне, да. Каркас. Тут у нас имена гонщиков, но их... А, вот так вот их видно, да. Saints, Moya. Телефоника Movistar Pirelli. Номер раллийной тачки. Вот такие вот десяточные диски. Я их снял с вэлевской десятки, как раз на которую поставил штампы. Это, если что, эта десятка была в видео «Спасибо за 20 подписчиков». Вы на нее можете посмотреть, синяя такая десятка. Лавка, по-моему, это от Mitsubishi Lancer от вэлевского. Я ее покрасил в белый, и как раз на цвет хорошо встала. Дальше что? Ну, все, так, Ford вот я наклеил шильдик, Телефоника Movistar опять, раллийная вот эта вот декаль, там вот сзади каркас вы можете заметить. Дальше что? Valvoline, да, что-то я не заметил, декаль Valvoline. Ну и тут те же самые декали, только с другой стороны, чтобы все было симметрично, я наклеил. Опять же, имена гонщиков. Вот, проработана оптика. Дальше... Зад тоже, задняя оптика тоже проработана. Вот так, мне кажется, выглядит прикольно. Я добился, мне кажется, у меня получилось добиться результата раллийной машины. Она, по крайней мере, на нее похожа. Я просто боялся, что она будет похожа на какую-то колхоз-тюнинг какой-нибудь. Но похоже реально на раллийную тачку, которая участвует в ралли. Ну и по дну я проработал вот так вот. Я прокрасил выхлоп серебристым маркером. Выходную систему. И мосты все это прокрасил. Короче, вот такой вот Ford. Из вот такого Форда у меня получилось. На самом деле, это не единственный Ford Crown Victoria, который я видоизменял. У меня еще есть два Ford Crown Victoria. Один я делал под дрифт, другой под доработанную полицию. Их я покажу вам позже. А пока что, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. С вами был Вован. Вы были на канале Санчес и Вован. Подписывайтесь на канал. Всем пока!